И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю продолжение видео, которое называется «Каникулы Рарити», ну, мои каникулы. И это еще называется проект «Тетя, купи мне пони». Ну что ж, давайте начинать. Тетя, ну что, пойдем? Пойдем. Так, добрый день. Здравствуйте, Ваше Величество. Вот, здравствуйте. Не надо поклоняться. О, тут еще и принцесса. Ой, как я рада, что ко мне ходят всякие знаменитые люди. Точнее, пони. Я очень это рада. Так, вам корзинки нужны? Нет. Мы пришли просто за пони, да? Да. Так. Какие тут ободочки. Так, ты иди пони выбирай, а я посмотрю всякие аксессуары там. Тебе, если что, возьму. Хорошо. Ничего себе тут ассортиментик. Так, это игрушки-пушистики всякие. Совенок у меня что-то типа того был. В детстве это... Ой, какой-то кит. А это котенок. Да. Так, что тут у нас есть еще? Две игрушки принцессы Диснея. А, вот и My Little Pony, мои любимые. Так, посмотрим. Вот тут даже есть большие. Это Applejack, ну, и я сама большая. Может, мне большую купить? Хотя нет, у меня есть... Ой, Луна. Хотя, я не знаю, я сейчас посмотрю, что я хочу. Так, здесь, значит, у меня... Это каниколоновые. Так, это тут Applejack. Это ее сестра. Это там радуга. Это вот тут в этом ряду какие-то прозрачные пони. Так, это безымянные. Я не знаю, как их зовут. Вот этот рояль какой-то там, олив. О, это Искорка, Пинки Пай, радуга и доктор Хус. Кого бы мне взять? Ха-ха-ха. Может мне две взять? Я хочу себе, например, взять доктора Хуза и блестящую Applejack. Можно так. Или вот этого. Я забыла, как его зовут. Я не помню, но потом вспомню. Или взять большую Applejack. Она, посмотрите, она почти с меня ростом. Такая прикольная. Как мне ее... Ой, господи, как мне ее тащить? Я не дотащу и... Я встать с ней не могу. Так, ну я посмотрю. Сейчас. Тетя, подойди сюда. Бегу. Ой, женщина, я вас сбила нечаянно. Ничего, ничего. Так, что ты мне кричала? Помоги мне выбрать пони. Ой, я даже не знаю. Так, ну, тебе вот вообще какие нравятся? Большие, небольшие? Ну, ты из каких хочешь выбрать? Я хочу из... Ну, из вот этих вот. Из больших, ну, вот из средних. Так, из средних. Ну, вот смотри, мне больше из средних нравится вот это вот. Так, голубенькая. А из маленьких мне вот искорка нравится. Да. Ну, я хочу вот эту. Так, бери эту, я беру себе. Доктор Хуза хочу взять. Наверное, все. А не, я хочу еще принцессу какую-нибудь взять. Может, эту. Или пушистый зверюшек. Ой, какой мягенький. Он такой мягенький. Такой пушистенький. Так, нет, я лучше себе еще возьму ободок. Так. А, вот этот. Ай. Все, тетя, все взяла себе. Хорошо. Идем тогда на кассу. На кассу. Так, давай. Так. Идем. Так, все, идем. Идем. Так, все. Это ты. Ой. Там уже кто-то стоит.
перед нами. Так, так, так. Все. Идем. Можно я еще... Ой, доктор Хувза забыли. Доктор Хувза забыли. Бедненький. Забыли бедного доктора Хувза. Так, так, так. Здравствуйте. Пробейте мне, пожалуйста, вот эту пони. Хорошо. Вздык. Вздык. Ой, так, пик-пик-пик. Ай, нога, 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 нога. Моя нога. Все. Так. Ой, с вас всего сейчас. Давайте посчитаю. Ой, ну с вас 649 рублей. Хорошо, держите пик. Ой, ой, все, взяла. Касса у меня ездит туда-сюда. Так, все, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Все, спасибо, до свидания. Так, отойдите минуточку. Отойдите. Отойдите. Так, так, так. Так, добрый день. Так, пробейте нам, пожалуйста, вот эту пони и ободок. Сейчас. Бздык. 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 Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Бр. О, у вас скидка. У вас новогодняя скидка, так как вы купили вот эту вот блестящую Apple Jack. У вас скидка на нее 25%. Круто. Так, сколько тогда с меня? Так, с вас было тогда 1300. А сейчас... Так, ой, у вас хорошая скидка, значит, с вас 985 рублей. Хорошо, вот, держите. Так, все, спасибо за покупку, заходите к нам еще. Так, все, можете проходить. Так, все, пойдем, дочь, пойдем. Ой, дочь. Ой. Пойдем, племяша. Племянница моя. Ну как, ты довольна подарком? Да. Все, пойдем ко мне домой, попьем чайку. И, кстати, ты знаешь, уже последний день. Скоро к тебе приедет мама. Ну все. Скоро сейчас твоя мама приедет, чайку ты попила. Все, давай готовься. Все, ладно, пока. Пока, тетя, мне очень понравилось с тобой проводить время, и пони крутые новые. Все, да, пока, пока. О, карета уже подъезжает. Мама, мама. Доченька, как я рада, что ты вернулась. Доча, ты ничего не хочешь сказать? Мама, я так соскучилась по тебе. Доча, кто это такие? А, так это Applejack, доктор Хувс и ободок. Я имела в виду, что это делает у тебя у нас дома. Я же тебе сказала, купить лишь одну вещь. Одну. Ты знаешь, у нас хоть и замок большой, но у нас как бы на все твои игрушки мест нет. Вот, это даже комод подтверждает, который упал. У нас мест нет, я даже комод задеваю. Ты видишь, доча? Я же тебе говорила, ты можешь купить только маленькие пони. Большие очень много места занимают. Ладно. Ой, хорошо, тогда следующий подарок я тебе подарю не на, ну, не знаю, не на Новый год я тебе подарю, а может на твой день рождения. Но оно будет через 3 месяца. Я не знаю, закажи Деду Морозу, может он тебе принесет. Только небольшую, бога ради, только небольшую заказываю, потому что, смотри, вот маленькие, их еще можно где-нибудь поставить, а больших просто уже даже места нет. Ну, хорошо. Пойдем вниз. Пойдем. Дочь, ну что нам теперь делать с этой деградацией в доме-то, а? Я не понимаю. Смотри, вот это у тебя теперь 4 пони. У меня было больше. Да, я помню, у тебя были другие еще пони, ой, пони и всякие игрушки, но... Мы их потеряли, когда ездили в отдых. Да. Мама, вот у меня раньше тоже было 4, и они же как-то умещались. Ну, как бы умещались. Но ты видишь, к чему это приводит. Они же у тебя теряются каждый гастроль. Теряются, теряются, теряются. Поэтому тебе не покупай много игрушек. Вот эти двое, твои любимые.
А ну расставь их вон там. Сама расставляй. Все, я отдыхаю. Блин, еще доставлять этих пони. Так, Луна, значит, и Элизабет, они мои любимые. Я их вот этих я положу сюда. Вот раз, два. Ай-яй. Доча, всех расставь. Ну, мама, не ну мама, давай. Ну вот, даже Луну придется. Так, сейчас это выглядит, я вам покажу. Вот. Вот, все расставила мама, смотри, вот. Где, господи? Так, доча. Так, да, все расставила, молодец. Так, дочь, если в следующий раз ты будешь покупать пони, то помнишь какую? Да, маленькую. Так, все. Иди. Ой. И всем пока. Вы были на канале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока. Пока.